Конец тарифной заморозки. С 1 июля жизнь подорожает. Поднимутся тарифы на все коммунальные услуги. Причем это будет не последний до конца года виток цен. Традиционного новогоднего подарка в виде роста коммунальных тарифов в этом январе не было. Правительство решило заморозить расценки до лета. Политологи тогда сразу же это связали с намеченными на март президентскими выборами. Главу государства выбрали, ценовой мораторий тоже завершился. Коммунальная арифметика такова. С 1 июля отопление в Ярославле подорожает на 6%. Настолько же поднимутся цены на электричество. Горячее водоснабжение будет стоить на 7,2% дороже. Наиболее сильно поднимутся тарифы на газ, сразу на 15%. Утешает лишь то, что расценки на газ и электричество в этом году больше поднимать пока не планируют. А вот на отопление будет второй виток повышения. С 1 сентября тариф вырастет еще на 6%. Еще раз также будет повышена стоимость и горячей воды на 5,1%. Чтобы смягчить рост тарифов, размер платы за содержание и ремонт жилья теперь будет определяться на общем собрании собственников дома. В тех домах, где это не произойдет, расценки установит мэрия. С 1 июля плата за жилое помещение должна подняться не более чем на 12%. Есть и хорошая новость. С 1 июля органы власти не смогут требовать с граждан справки, которые есть в распоряжении других ведомств. Все чиновники, включая областных и муниципальных, должны перейти на электронное межведомственное взаимодействие.